пропагандисты РФ в своем репертуаре, теперь они нашли двойника Зеленского. И успели торжественно заявить, что ездит он на мероприятие и вместе, и вместо президента. Но есть один нюанс. Этот самый двойник – это телохранитель Зеленского Максим Донец, поэтому и находится всегда рядом с главой государства. И как мы видим, никакого сходства у них нет. Видимо, кто-то принял не те таблетки сегодня. Бывает.